Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Apollo. И в этом видеообзоре я, конечно же, расскажу тебе про white paper данного проекта. Ведь я не мог не рассказать тебе о нем. Ведь именно в нем содержится вся информация. Для этого необходимо скачать white paper, как вы видите, далее. И потом уже непосредственно в него зайти. Сейчас у нас скачается, и мы перейдем в white paper. Докачалось, я кликнул и вот перешел на white paper данного проекта. Как видим, он 53 страницы, это достаточно таки много. Версия 1. Видим, что он еще июньский, но, видимо, после этого не было ничего конкретного, чтобы изменять свой white paper. Вот мы видим, что действительно 53 страницы задействовано. И давайте же посмотрим, в чем же здесь соль, что же есть в white paper. Пока мы видим просто информацию, и вот пошло первое изображение. Это график, черно-белый график, и видим, что все здесь представлено в черно-белом цвете. Такое чувство, что они собирались его распечатать, а цветной краски не было. И нет как-то ничего здесь, да, ни каких-то выделений, ни шрифта какого-то. То есть просто элементарно сделали white paper просто для того, чтобы люди знали о проекте все, вообще не заморачиваясь над дизайном. И может быть это правильно, я не знаю, просто я привык, когда дизайн немножечко симпатичный. Такие документы я последний раз видел только в университете. Там также все четко. Все черно-белое и никаких смешков, чтобы у тебя не должно было быть или умилений. То есть просто документ с информацией. Вот что я вижу перед собой. Я не знаю, как вы, а мне немного стало тяжело читать такие документы в последнее время. В том плане, когда все однообразное. Но при этом, как мы видим, все расписано очень хорошо. Все обозначено, есть какие-то подпункты, подпункты подпунктов. То и так-то очень хорошо сделан white paper, за исключением, я говорю, что нет никакого дизайна. Но это, собственно, и не самое главное. Главное это все-таки, что внутри, как говорится. Не важна обложка, важно содержание. Вот первые картинки, которые мы видим, цветные. И, собственно, все. Далее опять у нас идет черно-белый текст. В общем-то, white paper очень хороший, за исключением того, что не цветной. Но это, я думаю, никого, собственно, и не расстроит. Особенно, если вы будете читать его на книжке. Вот это вылезло у меня, когда я, собственно, начал скачивать white paper. Видите, контактная информация, Telegram и телефон. Поэтому переходите по ссылкам в описании и изучайте данный проект. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!